Во время монетной недели северяне обменяли более 700 килограмм мелочи. Жители региона отнесли в банки более 187 тысяч монет. С 20 мая по 2 июня проходила всероссийская акция «Монетная неделя». За это время северяне сдали в банки более 187 тысяч монет, сообщили в пресс-службе Центробанка. Масса монет превысила 700 килограммов. Сумма составила почти 636 тысяч рублей. В Центробанке отметили, что четверть металлических денег пришлись на 10-рублевые монеты, 17% на рублевые монеты. Сдавали северяне и копеечные монеты. Их принесли более 72 тысяч штук.